И снова здравствуйте. Это второй, условно-дополнительный выпуск, посвященный вопросам к одному из наиболее ярких и неоднозначных героев нынешней российской дрифт-сцены – Сергею Кабыргину. Без долгих предисловий, поехали. Один из вопросов, который интересует зрителей. Сколько у тебя супер? Построенных? В принципе, да. Один кузов Прибалтики стоит, я вообще кому-нибудь могу его подарить. Потом стоит кузов Фила машина. Еще одну у Фила купил машину. Так. Вот у него там двигателя не было, а он нам не нужен был. Купил, кузов стоит. И 4 супры в боевом состоянии. Угу, то есть 4, 5, 6 супер. 6 супер, да. 6 супер. Так. А корветов сколько? Раз, два, три. Три корвета. Три корвета. Так. А следующий вопрос, который один тянет за другим. Мне Фил посоветовал его задать. Говорит, спроси, говорит, сейчас скажу, как это звучит. Соотношение автомобилей, купленных к проданным. Соотношение купленных и проданных машин. Я понимаю, о чем Фил говорит. У меня нет такой задачи продавать автомобили, их собирать и продавать. У меня такой задачи никогда не стояло. Я их всегда набирал с той логики, что мне, когда бы я бы не захотел, в какой стране бы я не захотел покататься, у меня всегда для этого должен быть автомобиль. Вот, поэтому они и собираются в таком количестве именно только с этой точки зрения. Вот, поэтому вот эти вот 4 боевых супры, которые у меня есть, они рано или поздно они распределятся просто по миру. Одна бросится, допустим, грубо говоря, в Дубае, потому что у меня есть такое впечатление, что там вот и All Star, и King of Europe, они там хотят точку сделать, где их чемпионаты там будут тоже соприкасаться. Будут. Да. Mm-hmm. Поэтому есть смысл стратегически иметь там машину свою. Поэтому, как бы, если как бы глобально смотреть, они все как бы распределены. Они сейчас скоплены в гараже стоят, но на будущее, если я буду, допустим, дальше этим заниматься, они пригодятся мне. Ну, Фил вообще имел в виду не только боевые машины, он имел в виду еще и гражданские. Он говорит, ты поинтересуйся насчет Rolls-Royce, который, у него, говорит, стоит в гараже уже хрен знает сколько лет, на котором он не ездит. Ну, я не всегда не езжу. Вот, допустим, у меня сейчас, я тебе могу буквально свежую историю рассказать. Давай. У нас есть Дэн Злодей, ну, с Империи парень. Сейчас как бы женился. Да. Ну, не он женился, его родственник женился. Так. Вот, ну вот в Rolls-Royce пригодился. Потом... Свадебный автомобиль, короче. Свадебный, выездной автомобиль. Ну, друзья какие-то, допустим, ну, мои личные друзья, допустим, им где-то нужно там рисануться, пожалуйста, берите, нет проблем. А у тебя что за Rolls-Royce? Фантом. История Ламба и Майбаха, которые на запчасти в итоге были чуть ли не подпилены. Да. Ну, вообще, смешная история. Майбах сгорел. Ну, просто сгорел. Вот ему не повезло, он просто сгорел. Остался двигатель. Так. Что с двигателем делать? Ну, его куда-то свапнуть можно, да. Я так подозреваю. Давай купим Мустанг и засунем туда от Майбаха двигатель. И назовем его Музбах. Но он же не поехал никуда, по-моему. Ну, никуда не поедет, это как бы тупиковая линия. Тупиковая линия развития этого проекта. Да, этого проекта. Вот, он может только выезжать с этого самого, с точки А в точку Б. А с точки А это с гаража, а точку Б это на выставку и обратно. Вот его предназначение. Так, а с Ламба? А Ламба мы... И вообще Фил сказал, что Ламба была куплена только для того, чтобы ее разобрать и посмотреть, что у нее внутри. Дело в том, что у меня на этот счет было куплено 3 машины. Это Ламборгини, Гаярда было куплено, был куплен Вайпер и был куплен Корвет. Угу. Мы вскрыли машины, полностью сняли на 3D и изучали кузова, ну, как немцы делают кузова, как америкосы делают кузова. Сделали для себя выводы определенные, потому что как бы у нас интерес у меня к машинам дальше идет, чем той информации, что все обладают. Поэтому то, что они видят сегодня, это мне интересно было 5 лет назад.
Поэтому я думаю, что удивление будет дальше, чуть попозже. Вот. А то, есть, то что вот эти пузыри, которые мы покупали Lamborghini, разбирали полностью, анализировали, в 3D их перенесли, у нас полностью на компьютере все рамы есть, да, до миллиметра. Вот. Это как бы процесс изучения был только. Только чистый процесс изучения. А дальше-то что с ними? Они так разобраны или они собраны? Собраны, отправлены, отюнячены и туда засунули по 1000 лошадей, там как бы Hennessy Performance. Нам все это как бы оттюнинговало, да. Поэтому это машины жирные все. Слушай, а сколько у тебя сейчас машин вообще? Если есть время, будем считать. Escalade 1000 сильный. Там же в Hennessy Performance они его раздули. Так. Но раздули так, что он как бы сезон прошел и умер. Мы его теперь надуваем сами. Lamborghini одну продал, одну осталось. Вот 1000 сильная осталась у меня. У тебя 2 Gallardo было? Да, 2 Gallardo было. Потом у меня 1000-сильный корвет с Hennessy Performance. Дорожный. Дорожный, да. Потом у меня Viper, вот, который мы разобрали, собрали. Да, и который никуда не поехал, по-моему, в итоге, да? Ну, куда он никуда не поедет? Он, эта машина, я не знаю, Ваня Кулинин, он туда вписался. Я слышал про этот проект. Это самая бестолковая тема, которую вообще я только не знаю. Потом Porsche Panamera 5, потом Rolls-Royce. Ну, потом какие-то Мерседесы есть. Два, вот, как минимум, мы знаем. Так. Ну, скромно очень. Да, я заметил. Плюс 6 Супер и 3 Корвета. А еще есть знаменитый Корченос. Это что такое? Ну, это автобус здоровый такой, двухэтажный. Это по которому в Штатах, да? Да, в Штатах. Он сейчас вот на доделке стоит, ну, в Прибалтике, в Европе, да, его доделают. У Харриса, что ли? Рядом. Не у него, не они делают. Они как бы контролируют этот процесс, но не они делают. С трудом пересчитав машины, переходим к вопросу второго крупного хобби – музыки. Музыка у нас началась вот как раз конец 90-х и начало 2000-х годов, но вот в кризис. Вакуум полный, что делать? Будем петь. Так. Вот. Ну, друзья как бы имели свою группу, музыканты у нас были, ребята, которые сейчас и пишут музыку. Вот. Ну, в общем, как бы этот процесс начался потихонечку. Обратил внимание на музыку и как бы стал этим заниматься регулярно. Музыка – это вообще индивидуальная часть. Это, знаешь, как костюмчик, да, как сидит. Поэтому здесь очень сложная тема. Ну, общее направление проекта, как я понимаю, это рок-музыка такая именно. Ну, в основном, да. Если по классификации, то рок, да. Угу. И у нас есть студия, где мы пишем музыку, пишем, анализируем. Кто пишет музыку? Но не издаем. Это группа, да, сотоварищей, которые собралась вот выпить, а потом выпили, а потом что-то запели, и потом говорят, а что, почему и нет. Чисто в кайф, да, но мы вообще нигде его не исполняем. Мы как бы, вот первый альбом, у нас два альбома сразу вместе, по 12 песен в каждом, он выйдет, там два направления, там, ну, они будут просто кардинально разные альбомы. Просто и по музыке кардинально разные, и по направлению кардинально разные. Вот такой вот экспериментальный проект выйдет «Ангел и демон» называется. Ну, в самом слове «ангел» есть что-то позитивное, в «демонов» есть что-то такое негативное, да? Есть, также музыка кардинально будет поменена. То есть, да, один альбом белый, один альбом черный. Совершенно верно, интересно. Да. Вот, и мы как бы, поскольку вот его сейчас только находится у нас в записи, у нас, меня больше занимает, как его подать. В основном с песнями уже все практически определено. И с первым, и со вторым тематика тоже вся, как бы, ну, она как бы и будет придерживаться ангелов и демонов. Вот. Осталось, как это подать. И мы сейчас вот сядем и будем разрабатывать эту визуалку этого концерта. Как он должен выглядеть. Прям... Да, масштаб. Вот, поэтому как бы очень много занимает сама подача материала и как это все будет выглядеть. Это мини-спектакль, да, там много материалов, есть чего выбрать, есть как это вот действие составить, как это все будет выглядеть. Но есть понимание этого, поэтому надо просто подождать немножко, дождаться все-таки, когда это воплотится, да. А пойдет это, не пойдет, это уже дело десятое. Расскажи мне историю про пароход «Кабаргин».
Что такое? Есть такой, да. Я знаю. Был, вернее. Как так? Почему был? Я сейчас тебе историю расскажу. Вот, так я говорю, давай. Сидим скучно. Что делать? Давай, слышь, построим пароход. Какой, да? Да любой какой-нибудь. Ну, я отправляю человека, а где у нас пароходные? Ну, в Нижний Новгород отправляю, там большое пароходное агентство, у них, может быть, какой-нибудь есть пароход, который можно купить. Отправляю туда человека, приезжает человек, говорит, слышь, они четырехпалубные не продают, но трехпалубные могут продать. Один. Я такой сижу, а что это такое, да? Какого года? 50 какого-то восьмого. Ну, давай купим. Что, они ходят вообще? Да, да, все, у него класс река море, говорит, все нормально будет, в Ладогу заходить. А что, на валам туда-сюда можно будет сделать? Да. Давай, все, отлично, давай попробуем как бы этот проект. Ну, скучно тоже, знаешь, от скуки. Приехали покупать пароход. Ну, нам говорят, езжайте, там стоят на разборках, по-моему, 4 судна, что ли. Трехпалубные. 4 трехпалубных стоят на разборках. Ну, такие приехали. 50-е, печаль... да, все старые? Да, печально выглядит. Вообще все разобранные. Вообще нету проекта. Ну, я всегда, как мы когда начинаем какое-нибудь сложное дело, у меня есть такие товарищи, которые могут такие темы поднимать. Мы их раз туда подтянули, все, говорю, слышали, надо вот как бы пароход купить. Ну, они там... Я представляю, они просто... Знаешь, мне вот с моей пасти, что я такой сказал? Слышь, мне пароход купить надо. Ну, да, они как бы зашли туда. Говорит, ну, Серега, печальная история, конечно. Пароход вообще разобран. Ну, мы приехали, ребят, ну, вы имейте совесть. Вы продаете пароход, он 200 тысяч у вас евро стоит, да? По пароход. Сути... Ну, кусок металлолома. Если его порезать, и то продать металл, и то там 200 тысяч не будет. Угу. Вот. Ну, как-то надо... Надо. А он говорит, ну какое у вас есть предложение? Я говорю, ну вот это уже интересный разговор. Раз, засылаю туда, говорю, слышь, давай-ка попробуем два парохода за эти деньги взять. Знаешь, как собирают истощик, ты решил с парохода. Да. Сразу, да. Мы сразу связались с людьми, которые внутри там вот эти доки охраняют, строят, делают, ремонтируют эти пароходы. С ведущими людьми соединились. Вот, и говорим, слышь, вы можете как бы поднять два парохода? Ну, если честно, то давайте подумаем туда-сюда. Но я чувствую, что разговор склеится с ними. Так. Вот. Мы нашли, вернули, все. Мы покупаем один пароход, к нему запчасти. Ну, за 200 тысяч. Ну, давайте. Оформили два парохода. И, в общем, нас на следующий год вышло два новых теплохода, готовых, сделанных. Таки два? Два. Так. И они, насколько я знаю, ходили на Валаам, правильно я понимаю? Или как? Валаамки же ходили как бы в этом направлении. Мы корпоративы там делали свои личные. У нас такой вот промежуток времени был веселый. Вот такой, знаешь, пьяный пароход такой назывался. Да? Но в итоге, сюда... как я понимаю, это все равно, ну, это было бизнесом в какой-то мере. То есть он же приносил... Он, да, он приносил бизнес, он как бы, он, они оправдывали себя, но он не был такой гиперприбыльный, но, в общем, как бы прокармливали сами. Вот, да, то есть, ну, в нули, короче, и как мы выходили. И мы их, да, и мы как бы вот так, он у нас, по-моему, 2 или 3 года походил, и потом мы вот в кризис, когда все упало, и мы прямо перед кризисом их продали. История же с названием довольно проста, хотя и забавна. Пароходы покупались, так сказать, под документы, то есть их восстанавливали и ставили на документы от какого-то старого изгнившего судна. В итоге тот, кто занимался оформлением всего этого, решил сделать Сергею приятное. И нашел документы от парохода, названного в честь некоего промышленника, которого звали Кабаргин С.Л. Вот такой вот приятный сюрприз. Сейчас, правда, как я понял, теплоход там уже не ходит. Ладно, давайте зацепим дрифт. Сергей катался в разных местах планеты, в разных чемпионатах, упорно игнорируя Японию. В чем прикол-то? Там скилл особо не поднимешь. Почему? Ну, техника слабая, как бы водители сейчас слабые. Сейчас по 1000 сил там. Ну, есть. Сейчас есть, да. Ну, вот Дайго вернулся, там и все порвал, все, что мог порвать. Кавабата. А там, да, в 16 входил. В Америке. Поэтому, если смотреть с точки зрения поднятия скилла, да, в Америке они реально валят. И у Дайго Сайта, если, допустим, вот я ему задал вопрос, как ты считаешь? Он говорит, конечно, Америка однозначно. Там все звезды. Даже так. То есть даже Дайго Сайта считает, что в Америке. В Америке однозначно сильнее, там все звезды собраны в одном месте. Там школа, там топ-32 это звезды. Все. Вот все развалится, все может остановиться. Даже при стагнации. Просто он сейчас, как бы, дрифт развивается, да. А, вот пройдет этот накопительный процесс, да, когда внимание перейдет в ралли-кросс, там, да, как бы, я думаю, что единственное, где останется серия, вот
в масштабе, да, в правильном масштабе, в моем понимании, это, конечно, Формула Дрифт. Ну, в Штатах, да, там вообще, там, по-моему, любой вид спорта, из него делают прям вот, прям шоу такое, который, тот же дрэг, как, насколько у них культура дрэга развита в Америке, там, да. По сравнению с остальным миром. Есть такое. Единственное, что, ну да, у них там срали. Они все доводят до идеала, смотрибельности доводят. Да, то есть они, именно у них всегда в первую очередь шоу. По европейским чемпионатам, по мнению Сергея, King of Europe более медийный, широко освещаемый, а All Stars поинтереснее, ну и тоже наращивает медийку. Ну раз так, давайте уже и РДС зацепим. Я с некоторыми вещами не согласен, да, с некоторыми я согласен. Некоторые я сейчас пересматриваю свою точку зрения, да, потому что вот я сейчас как бы поехал вот в этом чемпионате. Я вижу положительные моменты, что меня конкретно радует. Это вот медийка радует, вот что они вот в этом направлении пошли, это правильно. То, что судейство становится более объяснимое. Ну, вот для меня более понятное в каком плане, что справедливое. Ну, недовольных-то хватает. Недовольный будет всегда. Но дело в том, что, как помню раньше, когда Смол заходил и говорит, вот он победитель, и так оно и было, вот здесь у меня возникали вопросы. Да. Сейчас у меня таких вопросов не возникает. Понимаешь, я это все вижу со стороны. Поэтому как бы в связи с этим я считаю, что прогресс просто колоссальный. И чем он будет круче, тем лично для меня это будет, как тебе сказать, больше стимула. Для того, чтобы двигаться дальше. Двигаться дальше, да, на месте не стоять, не топтаться. В заключение могу сказать следующее, что меня радует, что РДС идет по пути All-Star'а и по пути King of Europe. Знаешь про King of Europe? И по пути больших чемпионатов. На Формула Дрифт. На Формула Дрифт и D1. Меня это радует, реально радует. Со скиллом у наших пилотов, к слову, по мнению Сергея, никаких проблем. Он на весьма и весьма хорошем уровне. А теперь вопрос, который реально волнует очень и очень многих. Ради чего человек, добившийся в жизни буквально всего, всем этим занимается? То есть, кайф от выступлений понятно, но тащить такую медийку, столько делать для освещения дрифта, зачем? Вот смотри, допустим, грубо говоря, откуда я это все узнал, да? Ну, случайно, у меня как бы все это случайно как бы стыковалось, да, там, цепочку какую-то. Ишхан, Феликс Четепахавян, да, как бы я оттуда в эту культуру вошел, да? Мало видосов. Есть Кен Блок, да, со своими джимханами. Есть Мэд Майк, да. Но это мелочь по сравнению с тем, что вид этот спорт должен иметь с точки зрения медийки. Ее не хватает реально. И, допустим, грубо говоря, я там случайно узнал. Чем больше молодежи, чем больше туда людей будет приходить, тем интереснее вид спорта будет. Вот это как бы... Но туда, обрати внимание, туда же приходят энтузиасты. Да. Это чуть-чуть инженер, чуть-чуть спортсмен, чуть-чуть тот. Как бы люди, которые как бы живут, вот они реально этой темой живут, и они как бы сюда приходят. Поэтому чем больше информации будет про это, тем больше людей будет там, тем больше будет развиваться этот вид спорта. Вот эти все колесики, они взаимосвязаны. Угу. Мне казалось, что с точки зрения дрифта была большая-большая дырка-то. Там медийных людей, если посмотреть, не очень много. Это у нас, да. А в мире, если посмотреть, Тёрк, Форсберг, Мэд Майк. Все. С Японией вообще там особо медийки. Особо нету, да. Даже Дайго Сайта не медийный человек. Понимаешь? Да. Поэтому как бы вакуум есть какой-то определенный, и его надо заполнять определенным образом. Вот. И мы как бы, поскольку можем, почему бы и нет. Если бы не умели снимать, это как бы одна тема. А поскольку умеем снимать, и есть идеи, и реально хорошие идеи есть, которые воплотятся, мне кажется, в хорошие проекты в будущем. Слушай, а расскажи мне, наверное, эта тема очень многих зацепила и заставила задымиться очень многие пуканы во время съемок твоего вот этого очень красивого вот этого ролика с дрифтом по Питеру. У всех очень зацепил кадр, где, как я понимаю, ты, делая разворот, бьешь какую-то машину стоящую. Ага. Просто этот ролик, он просто поджег неимоверное количество задниц на предмет того, что «Да вообще, что это за хрень? Вообще, небось там, чем там вообще все?» Я могу сказать так, что если остановить стоп-кадр в тот момент, когда я бампером въезжаю в эту машину, вы увидите лицо человека,
Это самый лучший наш фанат, понимаешь? Я этим все сказал. В данный момент он самый преданный, самый лучший наш фанат. Вот, поэтому до того столкновения он нас не знал. Сейчас он нас знает, понимаете? Надо смотреть всегда с положительной точки зрения. Ну, с ним ситуация, как я понимаю, положительная. Да, я там поскользнулся, как на, знаешь, вот бывает такое, да, как на бананной корке. Вот, и я в люк въехал. Я на постановке въехал в люк. Вот в этом. И меня развернуло больше, чем надо. И в этот момент я не отспулился, но не отдуплился, и поэтому как бы остановился на нем. Но в другом приобрели клевого фаната. Вот, этот момент, просто я говорю, что он заставил. Просто я этот ролик видел, и там под ним сразу куча комментов. Да, нормально. Это мы. Там есть такой эпизод. Мне надо было разогнаться километров 200, но в городе, да, на маленьком промежутке участке, там, где машины ряд стоят. И я, вот когда ты едешь, здесь зеркалом цепляешь, и здесь зеркалом цепляешь. И в эту дырку надо 200 километров садиться. Да, а потом там еще во все тормоза отжиматься, чтобы ты не упал в канал. Вот. Ну, мы как бы разгоняемся. У меня третья до отсечки 180 километров в час. Ну, почти. И четвертая 224. Я разгоняюсь до отсечки третью, включая вторую, распуливаю его, а потом уже в тормоза во все, что можно, ноги вытаскиваю и всеми жабрами торможу. Страшно было? Ну, не особо, да. Но адреналин. Но есть такой, да. Вот это как бы. И по сценарию в этот момент я должен был разворачиваться жопой и лететь туда жопой. В дым уходишь, когда, знаешь, машина, а потом она выходит. Да. Вот. И как бы вот этот трюк, как его сделать, да, в городе, где миллиметр туда, вот, ты машину здесь поднимешь, сантиметр сюда, здесь машины поднимешь. Как этот трюк сделать? А по сценарию он есть. И мне где-то надо было тренироваться, когда ты разгоняешься, ставишься, жопой летишь и оттормаживаешься. И снова уходишь в дрифт. И как раз я вот этот момент тренировал, и случайно чел оказался не на том месте. Случайно оказался лишним. Слушай, ну город же был перекрыт, как я понимаю. Ну не город, а участки, на которых ты гонял. Конечно, да. Ну а как иначе? Там где-то. Я это понимаю, я это говорю сугубо для камеры, чтобы, потому что очень много, опять же, было комментариев, типа, блин, что вообще происходит там? Не-не-не, без этого никак. Это я тебе могу больше сказать. Даже мы перекрывали, когда трассу, я вот разгонялся, вот возле Макдональдса, помню, и там джип для того, он куда-то спешил, понимаешь? И для того, чтобы объехать, он даже залез на этот самый, как. А я оттуда километров 180 снищу. Понимаешь, я бы его разложил, я бы поубивал этот гелендоз, просто напополам бы срубил бы, понимаешь? И он залез уже на этот, на поребрик, залез на пешеходный, чтобы проехать. А ему перекрыли вот так вот, просто его держали, понимаешь? И там парень один, вот у нас этот самый, как его, маршал, он бросился грудью на эту машину. Тогда только он остановился, да. А так бы я его разрубил. И когда пролетел, он, наверное, перекрестился. Вот таких эпизодов очень много было. Пара слов по поводу своего видения дрифта и своего амплуа. Там нельзя быть на 100% роботом, понимаешь, в этом виде спорта. Там иногда хочется пережать, не додавить. Нужно рисковать. Не будешь рисковать, ты будешь ездить как говно, понимаешь? А как говно, это не будет интересно никому. Да, ты будешь рисковать, ты будешь вечно вытаскивать машину, это все видят, это всем нравится. Ты будешь любимчиком даже тогда, когда ты не побеждаешь. Да. Обязательства в дрифте приводят к спорту. Спорт приводит к соперничеству жесткому. И как тебе сказать, нету безбашенности. Да. Да, безбашенность. Вот у тебя этого в избытке как раз, за что тебя и любят, на самом деле. Поэтому я и говорю, что безбашенность в дрифте, она просто необходима. Ну и небольшой по скриптам, или как обычный вопрос, выливается в необычный ответ. Есть какая-нибудь машина мечта? Странный вопрос такой, наверное, в твоем случае. Но вот то, чего у тебя нету, но не, хочешь. Ну, конечно, у меня есть мечта. Мечта детства. Я рано или поздно как бы соберу свой автомобиль, поскольку мы уже здесь касались по поводу, для чего я разбирал автомобили, рамы и тому подобное. Вот. Мы просто медленно идем к тому, что мы создадим свой автомобиль. Угу. Да, и уже очень близко к этому подошли. Мы уже знаем практически всю техническую часть его. Так как он будет выглядеть, мы уже знаем. У нас уже есть наброски, у нас уже как бы есть трехмеры, у нас уже практически есть готовый автомобиль в проекте. Поэтому. То есть это будет как Маруся, но. Ну, я имею в виду не как Маруся, что это будет там гиперкар какой-то, а я имею в виду, что новый отечественный автомобиль.
Или это будет автомобиль для себя, или это будет серийная машина, или еще, да. Я думаю, что у меня будет электрокар, наверное, первый. Йомобиль, что ли? Не, электрокар. Йомобиль, он и был электрический. Да, 1500 сил и 2500 момента с полным приводом. Нет, я вопроса больше не имею. Электромобиль? Электромобиль, да, который приедет и все сделает, все, что двигается. То есть даже... Я так предполагаю. То есть это двигатель внутреннего сгорания, все? Не, ну это как бы первая машина. А там заказчик захочет двигатель внутреннего сгорания, сделаем двигатель внутреннего сгорания. То есть сгорания. У тебя скорее как бы на текущий момент что-то ближе к Тесле будет? Ну что-то. Ну... Только мощнее и быстрее. Да, только мощнее и быстрее, да. Обалдеть. Ну, мы готовы делать уже самостоятельно дизайн самостоятельных автомобилей, поэтому нас ничего не держит. Вот, и в будущем, я думаю, что мы к этому придем. Вот так вот. До этого выпуска я много всякого разного слышал о Сергее, но после этого интервью я совершенно четко понимаю, что общественное мнение от реалий и принципов жизни этого человека настолько далеки, что об этом даже говорить-то как-то неловко. Что же касается меня, просто скажу, что всю полученную в ходе этого интервью информацию и эмоции я переваривал еще очень долго, и эмоции были со знаком «плюс».